Здание нового дома расположено в небольшом уютном сквере и рассчитано на 24 квартиры. Территория вокруг оборудована игровыми площадками, местами для отдыха, а также дополнена ландшафтным озеленением. Сдача дома запланирована весной. Приобрести квартиру можно уже сейчас, причем на выгодных условиях. Ипотека за 1 рубль – это не миф. Это реально выгодный инструмент покупки квартиры в Эльтаун по программе Сбербанка. Покупатель выбирает квартиру, оформляет ипотеку с помощью нашего ипотечного брокера, вносит минимальный первоначальный взнос от 15% и далее платит всего-навсего 1 рубль, символический взнос, до июня 2023 года. После этого начинает действовать стандартная ипотечная программа с господдержкой от 5,7% годовых. В новом доме предусмотрены два вида современных планировок площадью от 42 до 65 квадратных метров с качественной предчистовой отделкой. Однако жилье в городе Эльтаун – это не только уют и благополучное окружение, но и выгодное вложение средств, особенно с акцией «Ипотека за 1 рубль в месяц». Покупателю не нужно съезжать со своей старой квартиры, он может комфортно проживать в ней, пока дом строится, а после сдачи спокойно ее продать и переехать в новое жилье. Во-вторых, это хороший способ сохранить текущую стоимость цены, при этом сэкономив. А поскольку мы знаем, после того, как дом построен и будет введен в эксплуатацию, цена его возрастет. Ну и третье, это отличный вариант инвестирования, когда можно по выгодной цене сейчас купить квартиру, а после ее можно сдавать в аренду, тем самым покрывать ежемесячные платежи по ипотеке, ну или опять-таки выгодно продать по более высокой цене. Обязательно познакомьтесь с этим предложением на сайте проекта eldefistown.ru и запишитесь на персональную экскурсию, чтобы вживую оценить масштаб города-спутника Эльтаун. Торопитесь, осталось всего 10 квартир.